Участие Молдовы в инициативе «Трех морей» обсудили молдавские официальные лица и послы ЕС в информационном центре Евросоюза в Кишиневе. Инициатива «Трех морей» – это политическая платформа, созданная для сотрудничества в энергетике, транспортной сфере, цифровизации и других областях. Она объединяет 13 стран Евросоюза, расположенных между Балтийским, Адриатическим и Черным морями. Следующий саммит платформы пройдет 11 апреля в столице Литвы – Вильнюсе. Мы хотим быть государством-членом этих инициатив, поскольку речь идет о соседях, с которыми мы можем значительно увеличить торговлю, можем привлечь гораздо больше инвестиций. Речь также идет о транспорте, об инфраструктуре, энергетике и так далее. Это не то, что происходит в границах нашей страны. Мы налаживаем связи с кем-то, налаживаем связи с регионом. Молдова может представить идеи новых проектов взаимодействия в области транспорта, энергетики, в цифровой сфере. Думаю, Молдова должна искать партнеров и представлять идеи проектов, лучших для страны. Думаю, это действительно будет замечательно. Встречу организовала общественная ассоциация «Партнерство для новой экономики» при содействии делегации ЕС в нашей стране и посольств стран-членов платформы. Директор ассоциации, бывший премьер-министр Наталья Гаврилица, подчеркнула, что участие Молдовы в инициативе «Трех морей» – это одна из возможностей, которые появляются у нашей страны в процессе сближения с Европейским Союзом. Данная платформа занимается повышением сплоченности и уровня взаимодействия стран, расположенных вдоль этой оси, и предоставляет Молдове возможность участия в крупных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектах и проектах, связанных с цифровой связью. Инициатива «Трех морей» представляет собой политическую платформу, которую создали 13 государств – Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Греция. Первый саммит инициативы «Трех морей» состоялся в 2016 году в Хорватии. В 2023 лидеры стран-участниц платформы собрались в Бухаресте. Тогда Молдову пригласили присоединиться к «Трехморью» в качестве ассоциированного участника.